поздравляю с победой. Скажи пару слов о матче. Ну, я считаю, сегодня полностью переиграли соперника. У нас было обилие голевых моментов. И, наконец-то, мы забили больше одного мяча. Я надеюсь, мы реабилитировались перед болельщиками за поражение в Коломне. И хочется верить, то, что мы в дальнейшем продолжим также радовать наших болельщиков. Всех с победой. Всем спасибо за поддержку. Какая была установка тренера на игру? Установка была, ну как, надо было в первую очередь реабилитироваться, создавать давление на игроков. Вот, и больше с фланга на фланг менять направление атаки. Вот. Впереди у нас первая кубковая игра с Пензой. Как оцениваешь наши шансы? Позитивно. Спасибо.